Я с тиммейтом вызвал такси прямо на Ирангеле, передвигаясь только по дорогам таксисту. Нужно будет довести нас из пункта А в пункт Б. Звучит просто, однако на пути ждет много тяжелых препятствий и упорных таксистов-конкурентов. Сегодня одним из таких будет секрет. Приятного просмотра. Секрет в катке был? А подожди, это же О! Братан, я все понимаю, конечно, но чтобы... Секрет пытается быть жестким таксистом сейчас? Ну, я рад тебя видеть, братишка. Ребята, жизнь нас очень жестко помотала. И поэтому мы будем вас ждать на трассе. Где-то на трассе около шелтера. Вот. А довести нас надо будет в любой из ангаров госпиталя. Ребята, желаю вам удачи. Че, опять за мной? Вот сюда? Да, давай. Давай вот сюда. О, в туалете, да, в туалете. Что-то нас жизнь вообще конкретно помотала. На трассе в туалете сидим. Ой. Кто это? А что происходит? Садимся. Во, садись. Секрет? Погнал, брат. Брат, гони. Только по дорогам, брат, на дорогу надо. Давай на ближайшую дорогу и чисто... Правильно. Госпиталь, любые ангары. Да, ангар. Нет, убей меня, пожалуйста. Артемий, честно, вот никогда не ожидал жизни, что я буду в одной тачке с секретом и с тобой вот просто. Не, ну это стопудово будет видео. Это будет видео стопудово. Любой ангарчик. Там тоже он такой худенький. Блин, это что-то такой прям бизнес-класс, Люби. Я сейчас могу дать. Это Привет. Же не просто машинка, это X2 бизнес-класс. Что он так не купит, а? Ой, там еще кто-то. Все, это смерть. Нет, брат, живи. Все. A few moments later. Секрет! Вальнули! 800 метров осталось! Погнали! Артемий! А как ехать тут? Налево! Да, давай, ты затащишь. Что? А чего мы сдохли? Это пердечный сриступ сейчас был. Вот так он выглядит. Я не знаю, как это объяснить. Ага, значит, они забрали мою тачку. И такой детонатор. Чик. Надо подумать, куда мы теперь будем лететь. Так, ну мне понравился вариант с трассой, мне понравился. Плохо, наверное, такое говорить. Но мне понравился вариант с трассы. Смотрите, ребят. В этот раз... Ну, жизнь ничем не лучше наша. И мы опять будем на трассе. Где-то в районе... руин. Даня тупо угнал тачку. Ля, он хитрюга. Так. Секрет принят в крысопатруль. Чуть не загасил. А, он вместе с Витей. Анечка. Мы сюда не сядем. Ай! Меня... Ай, меня сейчас собьет. Тихо. Ребенок. Живем. Но. Живем. Тихо, Даня. Пока. Все, засейвились. Кладбище. И мы такие чистые. Как это мне пока... Не как это показать вообще? Сейчас. Ой, сейчас пахнет. Слышишь? Мне кажется, надо отойти.
Ой, давай! Втекаем нафиг отсюда, сейчас взорвется все. Я думал, он сейчас просто нас впечатает в асфальт. Правильно думал. Йо-йо-йо. Это... Ты Гарри Поттер? Что это было? Настолько... Останавливай, Артемий, выстрел. Нет, куда? Все. Отпусти меня. Отпусти, он меня не отпускает. Блин, секрет. Ну я же говорил, остановись. Да пускай он тебя задавит. Все, это ГГ. Нет, стой. Туда, туда, бата. Осуждаю! Я пушечку возьму, да? Ты не против? Дай пушечку, пожалуй, мне она нужнее будет. Не-не-не-не-не, братан, тебе не надо. Иди сюда на трассу. Иди. Давай. Ждем машинку. Пушки нет. Она тебе не пригодится. Тебе ствол не нужен будет. Тебе дадут. Опа. Ай-яй-яй-яй. Осторожней, там Витя с ДП. Опа. Ой-ой-ой. Да. Так, ну я так понимаю, мы садимся в эту тачку, потому что у него пушка. А теперь в ангар. Просто в ангар около госпиталя. Любой. И ты победил. Хочу быть топ-гонщиком. Мы сейчас взорвались. Ой, там блокпост. Брат, давай прям мигом туда. Давай. Ты чё охренел? Брат, красава, лучший. Спасибо огромное тебе, что пришел. Разорвал просто таксишечку, затащил и довез. Спасибо тебе за такое. Отдай Юси своему... модеру. Ура! У нас Мурку покормили! Юсишечки Мурки улетели. Ну это вообще крутой поступок. Ну хорош, просто респект. Максимальный респект. Красава.